без сознания! Лиза, кажется, у него нет пульса! Кажется, он не дышит! Подожди-ка. Ребята, вот такая вот классная кофточка, голосуйте. Возьми. Откуда ты встала? Блин, это было так мило. Мне кажется, что ты ему нравишься. Да, капец, он хотел продолжить встречаться таким образом. Сочняк, а потом вы поженились. Да, мы поженились, и у нас двое, трое детей. А если вы потом развелись, то с кем останутся дети? Наверное, со мной. Все-таки мы лишь дети. А если он просто хотел пройти мимо? Да нет! Что за дичь она снимает? Она вообще вникает, что она не этим должна заниматься? Да даже если вникает, надо ей комментом писать, что она какую-то дичь снимает. Ужасно, актерская игра, реально. Говно. Выходи из инсты. Лиза? Откуда у вас столько злости? Я просто маленькая девочка, которая снимает видео, которыми хочет порадовать людей. Я... Разве у вас нет младших сестренок? Думайте, им было бы приятно слушать такие оскорбления в свой адрес. Лиз, прости, но мы же не специально. Да, мы просто пошутили, Лиз. Плохая актерская игра, говоришь? А хотите, я вам сейчас играю? Где мой телефон? Какой телефон? Какой телефон? Вы мой телефон украли? Нет, мы ничего не крали, ничего. Охрана! У меня телефон украли! Может, он с нами жить будет? Мне его так жалко стало. Лиза, он уличный. И, наверное, блохастый весь. Отнеси обратно, где его нашла. Тогда я буду жить вместе с ним. На улице. Thank you.
временно недоступны. Перед вами... Лес. Уходи. Я не хочу, чтобы ты видел меня такой. Что случилось, Лик? У меня в лес прыщ, и сейчас я выгляжу как настоящее чудовище. Да ладно тебе, прыщи у всех бывают. Выходи уже. Ты уверен? Лис, пойдем. Блин, Лис, что ты так вырядилась? В смысле вырядилась из тренировки, только пришла? Окей, пойдем. Лис, давай отойдем? Да. Лис, зачем ты так идешь? Как? Красиво. Пошли. Ладно, девочки, короче, я захожу попить воды. Лиза, ты просила. Да в смысле? Может, ты перестанешь подкатывать к моему парню? Стефан!